В общеобразовательных учреждениях Азербайджана с 1 февраля ожидается возобновление учебного процесса. Как передает канал 13 со ссылкой на репорт, соответствующие структуры уже дали поручения школам по данному вопросу. Напомним, что из-за пандемии коронавируса в настоящее время занятия проводятся дистанционно. Согласно информации, с 1 февраля начальные классы будут проходить учебу в порядке очередности 2-3 раза в неделю, а с 15 февраля в школу пойдут ученики 5 и 9 классов. 22 января с участием министра образования Эмина Амрулаева в школе-лицее номер 6 состоится брифинг в связи с возобновлением занятий в школах.